Здорово, комрады. Нож Мерстер с индексом К-232. Клинок 8 хром, 14 молибден ванадий. Покрытие Black Stone Wash. Замок лайнер. Рукоять G10. Нож двойной паук. Почему? Первое. Spider Hole. Китайцы слезали со спайдерка. И второе. Агрессивная расцветка рукояти. Как у красноспинного паука из семейства черных вдов. Один из самых ядовитых пауков. Нож достаточно большого размера. Клипса имеет одно положение и не переставляется. В кармане нож сидит вот так вот. У основания обуха цепкая насечка под большой палец. Каждому ножу идет информационный листок о том, что это хозбыт. Ну и как всегда, самые низкие цены на сайте Z-Knife. Так что вот такой вот нож Mercer К-232 рекомендую. Ну все, всем счастливо, всем пока.